понедельник в Самарской области безоблачно и без осадков. Днем 27-29 с плюсом, ночью 20-22 выше 0. Ветер западной скорости 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 28, ночью плюс 22. Южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 28, ночью плюс 22, западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 27, ночью плюс 21, западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 53%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.